Рюкзак и так уже пробыл. Лямки не выдерживают, и как ребенка самого, 5-6 километров по камням, по валежинам, по горам, несешь на базу. Вот такая работа. Да. Ну, давайте пойдемте дальше. Берил. Берил сейчас является заменителем дюралюминия. То есть он легче и крепче, значит, используется в самолетостроении. Голубая разновидность – это уже драгоценный камень аквамарин. Зеленая – драгоценный камень изумруд. Даже печатка, значит, на кольцо у Пушкина тоже была из изумруда, и он написал такое стихотворение: «Храни меня, мой талисман». То есть изумруд был ее талисманом. Вот это сиреневый минерал, это рубелит, это разновидность турмалина. Вот. Уже драгоценный камень. Видите, какая красота, да? Ну, это темное, это, значит, тоже марион, горный хрусталь. Зеленеет маленько, это тоже турмалин зеленого цвета, или баит. Молибденит. Формула молибденит-2 90% используется в металлургии. Дорогие гости, в природе чистого железа нету. Каждая булавочка, гвоздик – это разные сорта стали. Единственный образец чистого железа находится в Москве, музей Ферсмана, но это метеорит. Амазонит. Видите, прекрасная амазонка рекламирует свой талисман. Название минералов дают по имени и фамилии ученых, по химсоставу или по месту нахождения. Этот минерал впервые обнаружен, значит, в Бразилии на реке Амазонка. Ну, у нас в Слюдянке этот минерал тоже есть. Вот, чисто в Слюдянке. Ну, дальше что? Допустим, соль тоже же минерал, как и вода. Ну, да. Утром вы пошли зубы чистить, там в зубной пасте 50% апатит. Этот минерал, который мы сняли из кущи. Так что вот так. Здесь посмотрите таблицу, кто когда родился. Вот, посмотрите, мы сейчас это не буду сильно рассказывать. Ну, мужья, посмотрите, эти талисманы. Это плюс женским именам дополнительно. Если что-то совпадает, ваша жизнь будет более интересной. И смотрите, какие красивые камни. Смотри, вот. Пирамида. Ну, вот видите, какие здесь есть самые. Вот, посмотрели там, какие талисманы ваши там. Вот эти камни находите тут. Вот. Вот горный хрусталь, он какой кристалл, вы видите. Вот там сзади стоит, да? Горный хрусталь. Вот там так, это же картина, вот как будто он фотографировали у меня, вон внизу там, вот там большой черный вот такой. Так, вот, на него копия, значит, сам. Ну вот так. Вот все эти ониксы, сардониксы вот написаны. Все это, значит, самые разновидности такого халцедона. Вот здесь такой минерал халцедон. Имеет 30 разновидностей в зависимости от окраски и цвета. Вот видите, оникс, сардоникс, там сарды, гелиотроп, яшмы, агат, и все это. Красивые, да, минералы? Ну ладно, пойдемте дальше. А как камни эти полируют? А я специально станки спирорежу, значит, станки. Камнерезные цепи, значит, а потом это порошок алмазный, всякими порошками, потом, значит, ну, тоже, значит, тоже станок натирает, и начинается вот такая красота, полировка. Сложный процесс, тут же и мышь сразу надо, струя воды идет, промывает. Вот. Это специально станки есть, значит. Ну, слуды мы уже останавливались, вот они. Вот это мусковит, это, значит, флагопиты, слюдолипидолит. Липидолит – это литиевая слюда. То есть отсюда добывается литий. Подводные лодки все плавают на литиевых аккумуляторах. И будущее наших автомашин – все за литием. То есть уже Япония, Китай, значит, само это, все аккумуляторы уже все из лития. Он более легкий, более надежный. Ну вот видите, тоже изолента вроде для двигателя, что здесь из слюды уже сделано. Все вот так. Вот у меня сын тут звонил, как из Ленинграда, как раз вот этим делом занимается там. Вот. Ну вот это флагопит у нас добывались, значит, самые в Слюдянке 1924 года по 1975 год, почти 50 лет. И добыча слюды составляла 70% всей добычи слюды в СССР. Ну, нашли новые месторождения, Удино-Витимское, Мамско-Чуйское. Наши шахты закрыли, там качество лучше,
и больше его. Вот так. Это палеонтология. Все находки, кроме вот этой моллюска, в нашем районе, в Слюдянском районе. Вот коренные зубы мамонта разрушенные. Вот. Рог бизона вон. Вот тут всякие ракушки, мелкие ракушки. Вот. Тут вот какой-то, значит, самый, даже лист окаменелый. У вас Кемерово, если там по улице идти, если мраморным подсыпано, там ракушки видны, значит, самое. Mm-hmm. Вот. Я, допустим, Прокопьевский это видел, но это 50 лет назад, я в то время не думал, значит, что мне понадобится мужье. Вот. Там полно это подсыпано. Вот, допустим, это лазурит. Вот, вот. Смотрите, лазурит какой, значит, самый тоже полированный. Вот из лазурита добывают такую краску. И колонна, допустим, Исаковского собора в Ленинграде облицована этим камнем. И метро многие, значит, сами. Художники свои художники используют эту краску. Вот вместе, вот, значит, самые два минерала. Вот этот же азурит, лазурит и азурит. Мы азурит вот там смотрели. Это, значит, медь добывает, а это поделочный камень. Вот такой для сравнения, значит, самое. Ну вот, видите, какие красивые минералы еще кругом. Вот это друзья, кальцита, вот такие огромные. Вот, так. Вот это яшма. Так, какая красота. Агаты. Яшма, барит, гранат, ну, гранаты, кристалл граната. Вон. Вот это темнеет, вот гранат. И всем разновидно, вот это темнеет гранат. Ух, видите, какой огромный кристалл такой, mm-hmm. такой, значит, самый параллелепипед какой-то. Ну, это самое, и змею прикрасили, ну, на стол там положено, чтобы красиво смотрелось. Даже это ящерица, по-моему. Ну, вот так. Давайте, вот бокситы вот тут. Бокситы, руда на алюминии вот здесь. Отсюда добывается алюминий. Кварциты. И кварциты, из них делают стекло. А там вот кварцевый песок, вот обогреватель у меня есть, он там вот самый внутри этих обогревателей этот песок. Ну, рекламируют там по телевизору, ну, там диэлектрик. Флюорит, смотрите, какой красивый минерал. Флюорит. А это взять так, тоже полированный флюорит, как корона невесты. Этот голова, или будто корона, да, на голове, или как кокошник. Ну, вот видите, значит, вот там флюорит, какой красивый он, видите, значит, сам. Это все флюорит. Вот тут чисто фиолетовый, чисто зеленый. Вот. Из этого минерала добывают торфяную кислоту, делают линзы, призмы для телескопов, для лазеров, для приборов ночного видения. То есть единственный минерал, из которого делают приборы ночного видения. Mm-hmm. Ну, давайте пройдемся по этим же минералам. Вот, вот горный хрусталь. Это солнечный камень. Он блестит так на солнце, если так зеленым, это желтым цветом. Ну вот, шароид. Вот. Ну, турмалин он, видишь. Минерал родонит. Первое название, когда нашли, было орлец. То есть впервые нашли гнезда орлов. Даже орлы имеют оберег для своих птенцов. Ну, потом нашли уже большие куски природы, родонит. Имя облицовано метро, станция метро Маяковского. Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге прах последних императоров покоя остался в гробах. Вот бирюза, такой, значит, топаз, он говорит, драгоценный камень, вот это. Вот солнечный камень, вот сюда, если встанете, попробуйте увидеть, у него так подальше, у него голубое мерцание должно уловить. Вот, вот. Да, есть вот так. Вы видите? Да, вот чуть-чуть. Оно видно. Ага, да. Вот вообще сейчас как это? Но. Как купюра в ультрафиолете. Но. Вот, у него есть мерцание, как у Луны. Поэтому называется лунные камни. А так-то у него название беломорит. Беломоре первый найден, значит, самый. Ну, вот так, видите. Это очень прекрасный, значит, оберег тоже. То есть люди, которые бывают в таком стрессовом состоянии, часто идут в суицид. Ну, как-то самое, потом, которые меланхолия, эпилепсия, потому что это камни, и, ну, и лечат. Ну, аметист, мы уже говорили, вот там крупный кристалл, малахит, фонарик, сел уже. Лазурит тоже, вот, нефрит. Ну, вот тут, значит, офикальцит, вот. Амазонит тоже, вот агаты какие красивые. Пойдемте, еще золото покажу. Вот это золото, которое ищут, находят лотками. Ну, внимательно смотрите сюда, вот так перпендикулярно. Больше золото. Ух ты, ничего себе. Сними. Со складками он какой-то такой. Получится снять или нет?
Ну, а в природе вот он как выглядит. Вот это желтое, видите, кварцы. В кварце, вкрапление. Вот желтый-желтый. Угу. Это червонное золото, проба 900. Украшения, вот у мамы туда-сюда, там более 600 не бывают. Но видно хорошо, на поддержите, да. Что золото держали. Вот смотрите, тут перит мажется, и желтое ключение улавливаете, вот там, угу, вот, да, тут, значит, вот, их море. Угу. Это золото, если подобную руду переработать, тонну уже 6 килограмм будет. Ничего себе. А мы там 2-3 грамма говорили. Ну, подержи золото. Вот музей было, подержало золото. И это редко в жизни удается самородное золото уловить. Это 200 раз увеличение. Видите, ну какая кружка внизу, да? Ну, вот так. Однако. Сколько уже музей, интересно посмотреть. Вот, да? Учитель истории приходит, класс, дети не знают, еще что угодно говорят, ну, мало кто отечество. А самое ценное – символика любой страны. Своей символикой каждый должен гордиться, беречь и защищать. Это символика Советского Союза. Что такое символика? Герб, гимн, флаг. Флаг СССР – это же знамя победы. Надеюсь, так вот оно. Россия, символика, вот она. Там все написано, что что означает. Вот она. Символика, флаг вот там. Даже он президент. Дальше. Мы тут видим ступени воспитания советской молодежи. Вот папа, да я не знаю, учился, не учился. Октябрята были. Пионерия, потом комсомол. То есть дети, чтобы попасть в следующую ступень, то стараются учиться лучше, слушались. Комсомол был передовым звеном жизни страны. Вот награды комсомола. Видите, сколько наград? Значит, это отечественное, гражданское войне, восстановление отечественное, опять восстановление народных хозяйств, целина, ну, дружба народов. Наверху 15 союзных советских республик, народы, которые спасли мир от фашизма. Сейчас между собой воюют. Там туркмены, киргизы, армяне, азербайджанцы, на Украине. Что творится? Во время войны они сидели в одном окопе.